Сережа, давай попробуем составить портрет идеальной женщины. Ну, во-первых, это блондинка. Ну, почему сразу блондинка? Почему не брюнетка, например? Ты спрашивал про идеальную? Ну, хорошо, но почему блондинка? Вот смотри, Миша, мы с тобой из-за блондинки сейчас чуть не передрались. Не знаю, Сереж, все-таки мне кажется, что идеальная женщина – это Лайма Вайкуле. Несмотря на то, что она так стремительно меняет свои образы, в каждом из них она прекрасна. Лайма Вайкуле и вокальная группа Акапелла Экспресс. У тебя сегодня день рождения, 100 звонков, подарки и друзья. Ты просил зайти хоть на мгновение, и уже почти решилась я. Смелости моей сегодня хватит, дверь открой скорее и удивись. Шелковая лента, сбоку бантик, это будет мой тебе сюрприз. Поясочек теребя, поясочек теребя, я стою и мне немного жарко. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я вино, цветы и поздравления, и компании шумных не люблю. Только правил нет без исключения, я с тобою праздник разделю. Станет невозможное возможным, если я перешагну порог. Потяни за ленту осторожно, развяжи несложный узелок. Поясочек теребя, поясочек теребя, я стою и мне немного жарко. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Поясочек теребя, поясочек теребя, я стою и мне немного жарко. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка. Я дарю тебе себя, я дарю тебе себя, и дороже ты не знал подарка.